практически во всех мясных блюдах, да и просто так в кухне, я постоянно применяю острую аджику. Вот сегодня хочу ее приготовить, потому что по случаю купил неплохой перчик, хороший чесночок. Также нам понадобится соль, черный перец и приправа хмели-сунели. Собственно говоря, это очень быстро и очень эффективно, а для блюд абсолютно необходимая приправа. Перец нужно отделить от зеленого основания и от косточек. Можно этого и не делать, но мне как-то больше нравится вот именно так. Естественно, делаю это в перчатках, чтобы потом случайно в глаза не попасть. По весу перец и чеснок я делаю примерно 1:1. Это не обязательная пропорция, каждый может по-своему, у кого какой вкус. Я в основном это использую для приготовления мяса, курицы натираю при мариновании. Поэтому чеснок всегда очень хорошо играет вместе с перцем. В общем, все готово. Сейчас на мясорубку. Сетка очень мелкая. Самая мелкая, какая у меня есть, паштетная, то бишь. Сейчас я это дело перекручу. А потом уже буду вносить, соответственно, компоненты. Вот такой объем получился. Много или мало. Теперь сюда хмели-сунели. Я его не жалею, потому что, опять же, повторюсь, использую как приправу это дело. Соль. И черный перец горошком. Я его буду натирать с мельницы, чтобы больше аромата сохранилось. Более приятно было в готовке. Теперь тщательно это дело размешиваем. Даем немножко постоять. Кто хранит не в холодильнике, может добавить немного уксуса в качестве консерванта. Я уксус не добавляю, храню в холодильнике. Такая вот вкуснятина получается, в общем-то, быстро, без особых проблем. Хранится хорошо, в еде ведет себя замечательно. Вот такая штучка. Спасибо за внимание. Раскладываю по маленьким баночкам стерилизованным. Это так, чтобы показать, как оно выглядит уже в готовом виде. И отправляю в холодильник. Таким образом я себе обеспечиваю довольно длительное время всем необходимым для приготовления мясных блюд.